Дружба с Китаем теперь будет поддерживаться на районном уровне. В сентябре прошлого года в Сестрорецком муниципалитете принимали делегацию из города Чаньша, провинции Хунань. Тогда договорились о сотрудничестве в области культуры и туризма. Сегодня по инициативе китайской стороны дружбу хотят расширить до административной границы всего курортного района. С этой целью представители КНР встретились с районными чиновниками. Первый грандиозный китайский праздник у нас планируют организовать уже в феврале будущего года. Наш город называется внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, город Сестрорецк. Местные власти поддерживают диалог с Востоком. Китайская делегация на этой неделе прибыла в Сестрорецкий муниципалитет, чтобы лично встретиться с нашим районным руководством. Сегодня в составе иностранной делегации начальники торгового департамента, канцелярии иностранных и миграционных дел, комитета развития и реформ провинции Хунань. В последнее время взаимодействие с восточными коллегами стало активно укрепляться. Минувшей весной представители нашего муниципалитета в рамках международного соглашения лично побывали с визитом в городе Сяньтан. И это стало одним из важных шагов в установлении дружеской дипломатической связи. Прекрасный край у них. Нам очень все понравилось. Да, замечательные люди, нас очень хорошо встречали. Вот, сейчас уже была делегация с ответным визитом у нас на дне города, вот, с творческим коллективом. У нас даже остались барабаны. Так что мы теперь, когда нам становится грустно, что с нами нет наших китайских друзей, мы идем и стучим в барабаны. В последние несколько лет муниципальное образование курортного района активизирует взаимодействие с руководством административных территориальных единиц за рубежом. Соглашение о сотрудничестве в области туризма и содействие культурному обмену между городами-побратимами становится практикой, реализуемой руководством нашего района в направлении как Востока, так и Запада. Это Греция, это Израиль. Есть еще у нас договоры, которые были заключены в предыдущий год. Это в том числе Италия, взаимоотношения с Белоруссией. Ну, у нас сейчас сложились очень хорошие плодотворные отношения с Китайской Народной Республикой. Поэтому мы рассматриваем сейчас целый ряд мероприятий в новом формате, когда будут у нас участвовать сразу представители нескольких стран и получается, что нескольких культур. Ну и, конечно, для нас, я думаю, для китайской стороны было бы интересно и с точки зрения взаимодействия по бизнесу, по инвестициям, потому что, как Евгений Владимирович сказал, да, мы самый большой район по территории Санкт-Петербурга, поэтому вполне возможно, что, может быть, здесь могут быть какие-то интересные взаимодействия, которые мы могли бы обсуждать. Сегодняшняя встреча завершилась традиционным дипломатическим обменом подарками. Далее делегацию ожидала экскурсия в выставочный комплекс «Шалаш» в Разливе. Уважаемые гости из Китая проявляют интерес к нашему краю, его природному наполнению и культурному наследию. В 2019 году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. От руководства курортного района гости получили официальное приглашение на большой межкультурный фестиваль, который состоится у нас в будущем феврале, в период празднования Китайского Нового года.